Так, значит, в этом ЛБЗ нужно что нам выполнить? САУ 15 боги войны. Попасть в топ-3 обеих команд по опыту и урону. Нанести не менее 2000 урона противнику. Чтобы это выполнить, нужно определиться с местом, где мы можем набить этот урон. Это, конечно же, вот эти линии. Поедем туда сейчас. То есть на нулевую линию встаем. Ну, желательно поближе, чтобы снаряды летели. Можно быстрее. Сразу сводимся на подъем, потому что там явно будет уже противник. Видим, самый медленный выбираем танк. Отлично залетело. Уже 400 мы набили. Главное попадать. Т-34 уже не вылезет, и наша цель это ФЦМ. Броня как таковая у этого танка отсутствует, поэтому будем по нему стрелять в первую очередь. Подождем, сейчас подъедет. Попало в каток немного. Где-то вылетело почти. Также продолжаем его ждать. По городу смысла нет стрелять по первым линиям, там мы не прострелим. Поэтому наша цель здесь танки, которые находятся. Зарядились и еще раз. Сейчас он поедет вперед. Ровно 409. Хорошо. Почти 1200 где-то мы уже набросили. Вот около 800-900 урона еще нужно нам. Прицеливаем следующий тяжелый танк. Стоит на катке, поэтому сейчас я починился, откатывает. Сейчас бросим его на ход. Еще почти на 500. И видим, что уже к нам приезжают цепляки. Один. Выходим из-за света. Угу. Сводимся дальше, смотрим, что тут еще осталось. Тяжелые танки. Нам нужно набить еще где-то 300-400 урона. Но они укатываются. Тяжело уже их доставать. Перелет получился большой. Немного техники остается противник. Пробуем что-то еще выцелить. Видим, что приезжает легкий танк. Опять в нашу сторону. Ну, здесь вот тот самый момент, когда мы выбиваем необходимый нам урон. Сдает назад. И с первого раза. Все, получается, ЛБЗ мы выполнили. Набили больше 2000 урона. Я думаю, по опыту мы получим тоже немало. Остается 4 танка. Пытаемся зарядиться, еще раз выстрелить. Но уже все. Снаряд пущен, но танк уничтожили до нас. Здесь уже бесполезно по ним стрелять. То есть как бы танки убегают. Все уходит из-за света. Смысла его искать нету. Ждем, может появится. Сейчас его найдут. Ну, поэтому выполняйте ЛБЗ на таких открытых картах. Выбирайте точки, где
что, знаете, будет много противников, и легче простреливать для вас. Все будет выполнено. Все, на этом конец. Не долетел.